Как снять АКПП с паркинга без аккумулятора или без ключа? После выключения двигателя вы можете использовать остаточное тепло двигателя для обогрева салона, но не более 30 минут. Скрытая функция круиз-контроля. Зафиксируем скорость, например, на 60 км в час. Рычаг темпомата вверх или вниз. Снижаем скорость. Вернем прежнюю скорость. Ручку темпомата на себя. Сброс сервисных интервалов на Mercedes 210 с 99 по 2002 года. Нажимаем и держим кнопку сброса. Опять нажимаем и держим кнопку сброса. Сброс сервисных интервалов на Mercedes 210 с 95 по 99 год. Замок зажигания в положении 2 и сразу нажать дважды в течение 1 секунды кнопку сброса. Повернуть ключ в замке зажигания в положение выключено. Кнопку сброса нажать и держать. Ключ зажигания повернуть в положение 2. Кнопку сброса продолжаем держать. Ждем 10 секунд. Происходит сброс сервисного интервала. Все нужно проделать очень быстро. Если где-то ошиблись, повторите попытку. Открытие дверей с пульта в два режима. При разблокировке дверей с ключа открываются сразу передние и задние двери. Нажимаем и держим эти две кнопки на 10 секунд, чтобы изменить режим. Уже при разблокировке дверей открывается только передняя водительская дверь. Разблокируем двери повторно, чтобы открыть все двери. Закрытие или открытие всех стекол с брелька имбалайзера. Обучение стеклоподъемников после снятия АКБ. Держим кнопку на несколько секунд. С
сброс адаптации АКПП Мерседес к заводским установкам. Включите зажигание, но не заводите двигатель. Должны включаться все приборы. Нажмите педаль газа до упора в пол. Держите не менее 30 секунд. Отпустите педаль газа и заводите двигатель. Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП Mercedes к заводским установкам. Как изменить язык в бортовом компьютере на английский? Считывание и сброс ошибок на Mercedes 210 и другие автомобили. Как сбросить суточный километраж? Нажимаем и держим кнопку сброса. Как настроить часы с помощью бортового компьютера на Mercedes 210? Замена спидометра с миль на километр. Как поменять Фаренгейт на Цельсий в Mercedes 210? Скрытая функция кнопки освещения багажника на Mercedes 210. Как проверить уровень масла в двигателе?
безопаснее поднятие стекол на Mercedes 210. Коды неисправности климат-контроля на Mercedes Диагностика климат-контроля на Mercedes 210. Инструкция в конце ролика. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи на дорогах!